Да, взяли скейты и вот решили посмотреть, что же там будет. Хорошо, Жорик, открывай. Да. Открывай. Ой. Идичка. Один кавалерин. Вау. Вау. Вот такие вот скейтики. Посмотрим, что же это такое. Папа, оборвались. Вот и беседка. Получилось достать? Молодец, молодец. Старайся, старайся. Жорик понимает все. Есть. В этом наборе что у нас есть? У нас есть два скейта. И есть вот такой скейт на колесиках уже собранный. Один вот у Жорика разобранный, еще не собранный. Колесики. И совсем маленькая отверточка. И котики. То есть сейчас Жорка будет собирать скейт. Ой. Есть два болтика, два шурупика. И вот Жорик одел колесики. Теперь берешь шурупики и прикручиваешь. Так. Вот скоро Жорик станет совсем мастером. Так, шурупики поставили. И теперь перекручивай. Ну, Жорик, ты молодец. Я, честно говоря, не ожидал, что ты справишься с этой задачей. Так, один шуруп Жорик уже закрутил. И теперь закручивает второй шуруп. Вот, молодец, Жорик, молодец. Ты плохо прикрутил второе колесико. Ой. Давай, давай, давай. Молодец, молодец. Давай, 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 давай. У тебя все получается. Ты умничка. Хорошо. И вот Жорик собрал. Теперь у него есть два скейта. А ну как они катаются, Жорик? А ну давай попробуем. Хорошо. Катайся. Катаются. Всем пока. Всем пока. Тебе понравились скейты? Да. И собирать? Да. Будем еще какие-нибудь наборы брать дальше? Да, а те это не скейтик. Следующий скейтик, да? Ну, хорошо. Еще раз говори всем пока. Прощайся. Всем пока, Ахася.